Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Греции, в регионе Александрополис. Инспектируем отель Plaza. Если вы хотите забронировать этот отель или другие отели в Греции или по миру, обращайтесь в нашу компанию. Мы будем рады вам помочь. Снизу в комментариях будут наши контакты. Большой. Это ресторан, такой домашнего типа отель, как на даче. В лобби. В отеле всего лишь 25 номеров. В отеле 25 номеров, небольшой отель. Цвет номера стандартный, небольшой. Ковролин, простенький. Такой холодильник, плазменный телевизор, кондиционер. Свой сплит стоит. До моря здесь, вот, здесь рукой подать. Балкон небольшой. Вот территория всего отеля. У них есть собственный бассейн. Такой домашний греческий отель. Сейчас подсвечу вам, что здесь у нас санузел такой небольшой. Ванная комната, раковина. Душ, кабинка. Бесплатно. Покрытие ковролин. Санузел такой же, как предыдущий в типе номера. Есть мыло, шампунь. Душ, кабинка. Кондиционер отдельно. Сказали, что бесплатно. Кровать двухместная. Холодильник. Плазменный телевизор. Тоже стандартный номер, немножко больше, судя по всему. Такой же санузел. Две отдельные кровати, кондиционер. Ага, здесь вот есть такая кресло-тахта, судя по всему. Холодильник, телевизор. Вот весь отель. Это дорога к пляжу. Такое ощущение, что ты все на даче идешь на озеро. Стоит запах травы, деревьев. Еще раз отель. Это мы на середине дороги до пляжа. И вот он, пляж. Через камыш. Колоритно. Проход на море. Там находится отель Plaza. Они сюда на пляж сейчас тоже ходят, на городской. Ну, там находится наш отель, который мы сейчас с вами инспектировали. Ну, вот он пляж, видите, галька и песок. Спасибо за просмотр. Если вам понравился данный материал, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лосинок Евгений.